Да, я стала владельцем BMW. Начинать в 24 это уже слишком поздно. Получить отзнаки ЕЖДЕЦКИ, ограничивающие обязательные условия. Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня здесь не было примерно 2 месяца. Да и вообще мои видео выходят достаточно редко. Но я очень стараюсь. Очень надеюсь, что вы оцените мои труды. Жду ваших лайков, комментариев. Ну и все как обычно, вы все это прекрасно знаете. Я не первая это говорю. Видео должно быть интересным. И мне кажется, что я уже слишком затянула входную часть. Я начинаю переживать. Сегодня видео вопрос-ответ. Я должна быть разных вещей, я надеюсь, что не будет никакого сюрприза. И спасибо вам большое вообще за то, что вы есть. Вопрос-ответ. Что-то все затянулось. Давайте мы начнем. Примерно так выглядит мой гардероб. Ну, там есть еще пару вещей, но с этим мы с вами позже можем заняться этим. Так выглядит мой гардероб. Купила эвкалипт, и он так вкусно пахнет. И еще, я так понимаю, что нужно его держать без воды, потому что ему гораздо лучше без воды. Если я ошибаюсь, кто знает в этом что-то, напишите мне. Какие у меня планы на конный спорт? Вообще, изначально, когда я в 8 классе просила у родителей записать меня в конную школу, мои планы были просто кататься, просто заниматься. Но спустя несколько лет, десятков, возможно, я хочу что-то чуточку больше, чем просто кататься. Может быть, я хочу... То есть совсем профессиональный спорт я не планирую. Да, я не планирую в совсем профессиональный спорт уходить. Потому что мне кажется, что это уже поздно. И не знаю, что я упустила это время. Ведь все профессиональные спортсмены, которых я видела, которых я знаю, встречала на своем пути, все они занимаются с 5 лет, знаете, там, с 6 лет. И у меня ощущение, что начинать в 24 это уже слишком поздно. Поэтому единственное, чем я сейчас загорелась по поводу конного спорта, это получить отзнаки ЕЖДЕЦКИ в Польше. Это как разряды. Их всего 4. Езджу конно, отзнака бронзова, отзнака шребна и отзнака жута. Желтым. Я прошу прощения за мой польский, несмотря на то, что я живу в Польше. Пока что я еще учусь, развиваюсь, стараюсь, поэтому заранее извините, кто хорошо разговаривает, или я стараюсь. Самый первый — это отзнака езджу конно, и... Достаточно несложно его получить, но учитывая, что я достаточно несистематично пока занимаюсь верховой ездой, для меня это будет достаточно сложно, потому что... Вообще, если вам интересно, вот эти все системы в конном спорте в Польше, то есть все эти отзнаки, как сдаются вообще все эти экзамены, что они дают, какие призы, дайте знать мне в комментариях. Может быть, я запишу для вас отдельное видео, если прямо эта тема будет очень интересна. Поэтому я так бегло прочитала и подумала, что почему бы и нет. Ну, я люблю лошадей, я хочу заниматься конным спортом, потому что когда я вижу, как люди профессиональные, ну, как они занимаются, я просто кайфовала от того, как они сидят. То есть ты не замечаешь их движения, ты не замечаешь, как они вообще управляют лошадью. И как будто, знаете, это вот как в аватаре. Где-то от головы идет, и лошадь все понимает из твоих мыслей, знаете.
Поэтому мне это было бы очень интересно. Именно, то есть какая-то цель. Не просто я хочу научиться ездить верхом, а я хочу научиться ездить верхом и получать за это какие-то призы. Не факт, что я буду участвовать в соревнованиях, но именно вот эти вот значки я бы... Хотя бы до Шребного я бы дошла. Потому что я так понимаю, что желтый, в общем, золотой, это как у нас мастер спорта. Мне будет очень приятно, если вы перейдете на мой инстаграм. Очень часто люди спрашивают меня, как находить работу в Польше. Ну, в частности, на конюшне. В общем, как искать работу на конюшне. В основном я приходила напрямую в конюшню. То есть я на карте, потому что в городе, неважно, в каком вы находитесь в городе, в общем, заходите на Google карты, пишите «стайни», либо «конюшни», не знаю, я пишу обычно по-польски. Вот вижу весь этот спектр с конюшен, так сказать, на карте. И там, может быть, рядом с домом, или где-то мне поудобнее, или, может быть, если вам вообще не принципиально, просто главное найти работу, тогда просто все подряд списком выводите и начинаете. Просто заходите на карту, ну, нажимаете на эту конюшню, и там, соответственно, должна быть информация, то есть номер телефона, сайт, еще что-то. Бывали случаи, когда нажимаешь на конюшню, и у нее нет, например, сайта. Или номер телефона зачастую всегда указан, нету сайта, например. Обычно там Facebook указан, либо вообще нет сайта. Тогда вам остается либо только позвонить, либо поехать на эту конюшню и прям напрямую искать людей и спрашивать по поводу работы. Это такой вариант, которым пользуюсь я. Не знаю, потому что именно так я и находила практически все свои работы, на которых я работала. Такой более продвинутый способ для нормальных людей – это находить работу на сайтах. В Польше работают такие сайты, как OLX, не знаю, Jobly, наверное, так, либо Facebook. В Фейсбуке тоже есть страницы, которые занимаются всем этим. В принципе, на них можно искать работу. Там указаны вакансии, там сразу может быть указана зарплата, указаны требования, указано, что предоставляет работодатель, то есть что он дает. Зачастую на конюшнях предлагается жилье. На двух конюшнях, на которых я была, так и было. На одной я даже жила, есть видео, можете посмотреть. Мне очень нравилась эта конюшня, очень нравилась эта работа, очень нравилась вообще атмосфера. То есть ты живешь над лошадьми, то есть вот комната твоя, и под тобой уже стойло находится, там жила лошадь. Ты выглядываешь в окно, там, в общем, посмотрите, у меня есть видео, и это останется в сердце, эта работа останется в моей душе. И я просто безумно благодарна за такой опыт, я безумно благодарна вообще, что я... нашла такую работу, что меня взяли на такую работу. И, ну, этого у меня уже не отнять, знаете. Это все, это со мной. Сразу сердечко заболело. Потому что, блин, ну... Это именно то, что я хотела. Может быть, эта работа не для молодой девушки, потому что ты живешь в поле, грубо говоря. Ты с утра до вечера на конюшне, там был один выходной. И, в принципе, знаете, после такой физической работы сил куда-то ходить, еще что-то не было. Да у меня не особо был там знакомый, еще что-то, с кем можно было погулять еще. Поэтому ты, грубо говоря, 7 дней в неделю, 24/7 находишься на конюшне. Но это такая атмосфера, столько контента я записывала. Каждый день, ты каждый вечер можешь ходить на поля, там лошади. В общем, это настоящая сказка, и я очень надеюсь, что у меня получится в жизни еще раз связать вообще себя с чем-то подобным. В идеальном случае, конечно, стать владельцем всего этого мероприятия. Но... Это было бы очень круто.
В чем заключается вообще суть работы на конюшне? Просто суть работы, так же, как и везде, это уход за лошадьми, это кормление, это выведение их на поля, Я уже даже и не помню слово по-русски, как это будет. В общем, заводить их обратно на обед, давать обед, ужин, убирать стойло, соответственно. Такие вещи поддержания порядка. Потом я работала именно стоянным, то есть это конюх, это не коновод даже. То есть я к лошадям прикасалась очень редко, я имею в виду в плане почистить, знаете, там помочь заседлать, еще что-то такое я не делала. В основном это именно работа по хозяйству, то есть подмести, протереть, помыть, что-то приготовить для лошадей. Пару раз меня просили чистить лошадей, один раз я мыла лошадь, это было тоже, то есть первый раз в жизни я мыла лошадь, первый раз в жизни сама помыла от нуля до конца, и знаете, такие простые вещи, может быть, кто-то скажет: ой, да что ты там, лошадь помыла, господи, что в этом такого, ничего сложного вообще, ничего такого интересного, но если вы будете подписаны на мой инстаграм, вы поймете, что я такой человек. Меня радуют простые вещи, я стараюсь радоваться всему, что происходит впервые в моей жизни. Поэтому я была очень рада этому всему. То есть такие вот вещи, где-то что-то подмести, там, не знаю, сено принести, на поля раздать сено. Поэтому такая работа... Грубо говоря, все самое сложное. То есть стоянные в Польше выполняют всю самую сложную работу. Уже дальше, так сказать, на уровень выше, это идет лузак. Да, лузак. Это именно вот коновод. То есть чистить лошадей, гоняет их на корде, снаряжает, распрягает. То есть одевает седла, помогает наездникам, водит на корде. В редких случаях помогает убирать стойло и давать еду. Даже убирать стойло, наверное, пореже. Больше дают еду и помогает вывести на поля с утра, завести с полей. То есть такая работа. Ну и, соответственно, дальше уже идут тренера, которые тренируют либо лошадей, либо тренера, которые тренируют людей. Ну и, соответственно, владельцы лошадей частные, если таковые есть. Ну и, соответственно, владельцы конюшни. В принципе, здесь как таких больше работ, вакансий, должностей не так много. Да я думаю, что как и везде. Может быть, на каких-то, знаете, суперкрутых конюшнях есть еще какие-то отдельные, типа трактористы. Да, зачастую, кстати, для стоянного как плюсом, как бонусом является то, что вы умеете ездить на тракторе. Обычно они такие либо маленькие, либо я работала на конюшне, где был такой большой трактор, прям полноценный большой трактор. Но это не такое прям ограничивающее обязательное условие. То есть я работала спокойно, несмотря на то, что у меня есть только права, и я не умею ездить на тракторах. Ну, в принципе, это не так сложно, я думаю, что научиться вообще не проблема. Я стараюсь. Не пишите мне, что я что-то неправильно говорю или еще что-то. Я буду надеяться, что вы меня просто поддержите. О чем я? Надеюсь, что вам понравится. Я сегодня на все надеюсь. Поэтому все зависит от вас. Дайте мне реакцию, поддержите меня, пожалуйста, потому что это реально очень сложно. Это очень сложно. Уважаю всех блогеров. Просто респект вам большой. Зарплата в конюшне. Зарплата на конюшне в Польше. Я работала в двух городах, в зависимости от города, отличается зарплата. Я работала в очень маленьком городе на конюшне, это была моя самая первая работа в Польше. Там мне платили 13 злотых в час на руки. Поэтому 13 злотых в час, выполняла я все то же самое, что уже описала, даже больше. Каждый день там требовалось чистить стойло до нуля, полностью, до пустого пола. Все убрать, насыпать новое сено. И каждый день одно и то же. С утра я должна была успеть убрать 15 стойл до нуля. Я успевала это делать, у меня получалось. Потом я устроилась на конюшню уже в Познани. Там, конечно, гораздо больше лошадей, но там и
три конюха было. То есть два конюха прям и один лузак, это коновод. Да, там была такая же система, все то же самое. Получала я там... Там, по-моему, зарплата не в час была, а именно ну, за месяц. Там зарплата была около 3000 злотых, что-то такое. И последняя моя работа, на которой я работала тоже здесь, в Познане. Там я получала что-то около 18 злотых в час. Ну и главное, мы перетекли к следующему вопросу, это дорого ли вообще жить в Польше. Повторюсь, в зависимости от города, в зависимости вообще от того, к какой жизни вы привыкли, уровень у всех разный. Но возможности для всех одинаковые. Стоимость жилья в среднем в Познане, например, если мы возьмем стоимость жилья в Познане. То есть спокойно, если вы хотите жить прям, не знаю, прям в центральном центре, то, конечно, какая-нибудь студия будет в районе 2000 злотых в месяц. Если вы захотите, то есть, жить чуть-чуть подальше от центра, потому что, в принципе, в центре делать нечего. Не знаю, то здесь спокойно можно иметь машину, здесь спокойно можно доехать транспортом, здесь спокойно можно дойти пешком. Жить в центре, в принципе, надобность вообще жить в центре отпадает. Не знаю. То есть, если отдалиться немножко от центра, то там стоимость жилья, например, то есть за 2000 злотых, грубо говоря, уже можно снять не студию, а какую-нибудь с классным ремонтом однокомнатную квартиру, либо что-то среднее, но двухкомнатное. Ну, соответственно, если уехать еще дальше, от вообще куда-то в край, то есть не прям совсем в глухоту, знаете, а просто подальше, то там за 2000 можно спокойно трешку снять, точно классно. То есть здесь за 3000 можно снять либо с очень хорошим ремонтом двушку, либо с вообще офигительным ремонтом однушку, либо где-то очень далеко трешку. То есть цены примерно плюс-минус такие. Я вам так рассказала, если интересно, могу углубиться в эту тему, могу показать побольше. Очень часто меня спрашивают про язык, про польский язык, за который я уже говорила в начале видео. Сложно ли вообще работать, сложно ли на тренировках? Скажу вам так, я в Польше ходила только на одну тренировку конную. Она не проблема. Все, это вообще не сложно, это вообще не... Ну, не стоит из-за этого переживать, в общем. Она мне просто пальцем показала. Это называется так, это называется так, это называется так. То есть я не буду... Я уже, если честно, забыла, что она мне говорила. Это нужно будет еще раз спросить на тренировке. Она мне все пальцем показала. Все рассказала, как это называется, как шинкель, как то, как пятое, как называется какое-то движение. То есть, если она меня что-то просит, еще что-то. В принципе, если вы в среднем понимаете польский язык, то для вас это вообще не проблема. Вообще не составит никакого труда понимать, что она говорит. То есть, достаточно все похоже. На работе тоже так же. Когда я работала еще на первой конюшне, то есть, перед тем, как прийти на работу... Я что-то там попыталась, знаете, попыталась словарь какой-то найти, что-то записать, как там, такие вот вещи, которые мне 100% понадобятся в работе. То есть вещи, которые мне 100% в работе понадобятся, я почитала, я что-то записала и запомнила, то есть, и потом в процессе работы каждый день, используя одни и те же слова, когда вам дают задание, там, уберите стойло, выведите лошадь, заведите лошадь, дайте еду, то есть, одно и то же, это одни и те же слова изо дня в день. Мало чем отличались какие-то просьбы, то есть, не приказы, но как? Просьба что-то сделать. Изо дня в день мало чем отличалась. Вам достаточно поработать, я не знаю, 2-3 дня, и у вас уже как от зубов вот это будет отскакивать, и это уже на рефлексах будет, то есть вообще не сложно. Поэтому, в принципе, из-за языка бояться там не идти на работу или не идти на тренировки, как я, не ходила, достаточно глупо. Все понятно. Если относиться к этому, знаете, может даже как к игре, то есть
Это вообще прикольно. Это вообще очень быстро учится, это быстро запоминается. Поэтому я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Я думаю, что будет достаточно интересно узнать, планирую ли я когда-нибудь заводить свою лошадь. На примере Польши. Отвечу вам 100% да, потому что я общалась с некоторыми людьми, которые... Общалась с одной украинкой, у которой есть здесь лошадь. Общалась с полячкой, у которой есть здесь лошадь. И скажу вам так. Одна ответила мне, что доступно. Иметь здесь лошадь очень доступно. Вторая ответила мне, что очень дорого. Вывод для себя я сделала такой, что да, я хочу свою лошадь. Я вообще всегда об этом мечтала. А здесь, в Польше, это достаточно доступное мероприятие. Если задаться целью, если вообще что-то в этом понимать, то можно все что угодно вообще. Я хочу здесь лошадь. Это моя мечта. Я интересовалась ценами на лошадей, я интересовалась ценами на продукты, на амуницию для лошадей. В общем, я сейчас посмотрела, и случилась маленькая форс-мажорная ситуация. Я записывала вам видео, я тут разговаривала, распиналась, и все такое. В общем, я рассказывала про свою машину. Дорого ли содержать машину, сколько примерно стоят машины в Польше, рассказывала о своих путешествиях, и у меня вырубился телефон на этом моменте. Я не знаю, как быть дальше, потому что он не хочет записывать, и приходится отрывками записывать. Что-то конец видео получается очень грустный. Скажу вам так. Машину содержать достаточно возможно. Возможно содержать машину, любую машину здесь. Абсолютно все доступно. Несмотря на цены на новые машины, это все достижимо. И если вам интересна эта тема, дайте мне знать. Я запишу видео побольше, когда налажу весь этот процесс. Да, я стала владельцем BMW. Я вступила в клуб. Я очень этому рада. Не скажу, что я хвастаюсь, потому что именно просто я не из тех людей, которые хвастаются. Я бы была рада любой машине своей, потому что это моя первая машина. И я очень рада. То есть я чувствую себя комфортно, я себя чувствую, что я... Мне все двери открыты, я могу поехать куда угодно в любое время. Был еще вопрос, была ли я где-то еще, кроме Польши. Да, была. Я очень много здесь пропутешествовала. Много для себя. Потому что я не путешествовала никогда в своей жизни до 20 лет практически. И я очень этому рада. Везде была проездом, везде хочу вернуться. Я была в Париже, я была в Испании на берегу моря. Я была... Произошла достаточно грустная ситуация. У меня закончилась память на телефоне, поэтому... Как бы я ни старалась делать идеальное видео, конец моего видео получается каким-то б. Заранее извините меня, пожалуйста. Я уже забыла, если честно, на чем я остановилась. И если у вас еще остались какие-то вопросы, задавайте мне их, пожалуйста, в Инстаграм. Я думаю, что после выпуска этого видео я помещу там окошко. Подписывайтесь, заходите, задавайте вопросы. Я налажу весь свой процесс и обязательно запишу вам еще много видео. Отвечу на все ваши вопросы. И если вас заинтересовала какая-то тема, буду ждать вас в комментариях. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что вытерпели меня. И я очень... Надеюсь, что вообще у меня что-то вышло. И до новых встреч. Жду вас в комментариях. И не забывайте подписываться. Come together.